В новом городке появится школа. Для всех жителей поселка это по-настоящему радостное событие, которого они ждали долгие годы. Совсем скоро начнется возведение образовательного учреждения на 550 мест. В преддверии Дня защиты детей зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт возведению 20 школ в регионе. Учреждения в новом городке в их числе. Так, на месте строительства была заложена капсула памяти. Ее опустили в фундамент здания. Глава округа Андрей Булгаков, юные щелковцы, их родители, педагоги и другие почетные гости церемонии. Руководитель муниципалитета отметил, школа в новом городке будет не самой большой в регионе и даже в Щелкове, но она однозначно одна из самых долгожданных. Мы за последние полтора года с поддержкой губернатора сделали достаточно много. Большинство жителей знают о том, сколько сложностей было, особенно с коммуникациями, с газом и с проектировкой этой необходимой для нового городка школы. Учреждение у нас будет единое, то есть мы не будем создавать новое юридическое лицо. У нас будет директор объединенного кластера, воспитательно-образовательного, вместе с детскими садами и с школой, которая есть. Один из корпусов детского сада расположен буквально напротив строительной площадки. Мальчишки и девчонки, которые готовятся пойти в первый класс, а также их родители смогут наблюдать, как изо дня в день строители поэтапно возводят современную школу, которую все так ждут. Ждем очень сильно новую школу. Мы благодарим администрацию городского округа Щелково и губернатора Московской области за нашу красивую новую школу. Здание будет отвечать всем современным стандартам. По проекту в нем будут учебные классы, лаборантские мастерские, просторные актовые и спортивные залы, столовая с пищеблоком полного цикла, информационно-библиотечный центр, медицинские кабинеты, административные помещения. В том году закладывали в финском школу, уже видим, как там стремительно ведет строительство. Вскоре ее откроем и уже не сомневаемся, что здесь тоже будет бурлить качественная, хорошая стройка. Строительство начнется в самое ближайшее время, а сдать школу планируется уже в 2023 году. Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.